Всем привет! На связи Вера Владимирова, сертифицированный кето-коуч, нутрициолог, опытный практик кето. И в этом выпуске я хочу рассказать вам о моей книге «100 вопросов и ответов про кето», которая является моим детищем, которым я по праву горжусь и которая уже приносит пользу нескольким сотням человек. Расскажу вам краткую предысторию появления данной книги. Как вы знаете, а для тех, кто не знает, я повторю, низкоуглеводное высокожировое питание я начала в 2014 году. И эта тема нового питания настолько меня увлекла, что я очень сильно углубилась в эту тему. То есть я изучала различные научные исследования, различные статьи, изучала англоязычные сайты, потому что на русском языке информации о кето было очень-очень мало на тот момент. Я сама проходила через задавание бесконечных вопросов, на которые у меня не было ответа. И эти ответы я искала, находила, структурировала. И к 2018 году я поняла, что мне есть чем поделиться с другими начинающими кето-питание, поскольку информации уже было настолько много, что ей необходимо было делиться. Я создала проект «Это про кето» в соцсетях и начала делиться с желающими своим опытом кето, а также своими изысканиями, которые я находила в процессе изучения данного питания. В этом же 2018 году я создала первую группу похудения для желающих начать кето правильно под моим руководством. И в процессе взаимодействия с участниками этой группы появлялись как раз вопросы. Я их записывала, и в итоге оказалось, что от группы к группе, которые стали регулярными, участницы задают одни и те же вопросы. То есть сначала у меня был небольшой файл, назывался «Частые вопросы». Там было сначала 10 вопросов, потом 15, потом 20 и так далее. То есть эти вопросы постоянно повторяются. Я вижу неоднократно эти вопросы в комментариях на YouTube, неоднократно эти вопросы встречаются в других соцсетях, и неоднократно я отвечаю на них одно и то же. И чтобы избавить новичка от вот этих вот метаний бесконечных и выискивания вопросов где-то там в каких-то различных источниках, я решила, что нужно скомпоновать эти часто встречающиеся вопросы и дать на них развернутые ответы. И в итоге получилась вот такая книга. Я могу коротко пробежаться по вопросам, чтобы вы понимали, о чем эта книга. Есть такие простые вопросы, как, допустим, что такое кетоз, что такое кетоадаптация, какая польза от нахождения в кетозе. Это самые первые вопросы, которые задают интересующиеся кетопитанием. Дальше вопросы уже углубляются по теме. Например, сколько жировой массы терять в месяц нормально? Как, питаясь жирной едой, можно сжигать свой жир? Не совсем понимаю, как считать белки, жиры, углеводы для кето. Что значит углеводы нет-то? Для чего есть так много зелени? Влияет ли термообработка на количество углеводов в овощах? Или их можно считать так же, как в сырых? Какое количество белка нужно съедать в один прием пищи, чтобы худеть? Какое минимальное количество белка нужно съедать в день взрослому человеку? Дальше несколько вопросов про жиры. Есть вопросы про дефицит калорий, про то, сколько нужно калорий. Можно ли пить кофе с кокосовым молоком или сливками? Нужно ли нам пить бруни-кофе? Вопрос про алкоголь. Сколько приемов пищи в день оптимально? Какие молочные продукты подходят для кето? Какие орехи, можно ли есть урбечи? И так далее, и так далее. То есть, как вы понимаете из названия, в данной книге собраны 100 наиболее часто встречающихся вопросов, на которые у меня есть развернутые ответы. При ответах на вопросы я пользовалась не только своим личным опытом и опытом людей, с которыми я уже взаимодействовала в своих группах, но и также использовала различные научные источники. В основном это сайты NCBI и PubMed. На этих сайтах публикуются результаты различных исследований, публикуются научные статьи и прочее. И по ссылкам
которые представлены в этой книге. Вы можете найти данную статью, если вам будет интересно, и прочитать ее целиком. Или какое-то исследование, ссылку на которое я использую в этой книге. То есть все ответы на вопросы построены на научной базе. Это не мои фантазии. Все это подкреплено доказательствами. То есть вы гарантированно получите правдивые ответы на все свои вопросы. В приложении к этой книге есть полноценное вариативное кето-меню, используя которое вы достигнете своих целей, которые поставили, и при этом будете питаться хорошо, сытно, низкоуглеводно и получать свои результаты. Завтраки, обеды и ужины представлены в виде 5 вариантов. Например, первый вариант завтрака предлагается съесть 2 яйца, причем в любом виде, в каком вам больше нравится, то есть это может быть или вареное яйцо, или яйцо пашот, или яичница. То есть вы здесь в фантазии не ограничены. И на гарнир к яйцам можно выбрать что-то из предложенного. Например, салат из разной зелени с огурцом или стеблевым сельдереем. Или салат из листового салата и печенью трески. Или это может быть квашеная капуста. Или это может быть лапша из кабачка. Рецепт лапши из кабачка дан, он очень простой. То есть даже в первом варианте завтрака у вас есть несколько вариантов употребления яиц. Точно так же вы выбираете или второй вариант, или третий. То есть, допустим, второй вариант завтрака – это слабосоленая сельдь в заливке из яблочного уксуса и с добавлением оливкового масла. А гарнир вы можете выбирать такой же, как предложено в первом варианте. То есть вариантов компоновки данных приемов пищи очень и очень много. То есть данного меню можно придерживаться неограниченно долго. Также в приложении книги есть рецепт костного бульона, такого, который снабдит вас коллагеном, хондроитинсульфатами, гиалуроновой кислотой, различными минералами, различными микроэлементами. Варка бульона – это целое искусство, и в данной книге подробно описано, как нужно варить правильный костный бульон. И также в книге представлено несколько рецептов жирных соусов для того, чтобы еще больше разнообразить предложенное полноценное кето-меню. Вот такая полезная книга написана специально для вас, для начинающих. Я гарантирую, что она будет вам очень полезна. Это ценное практическое пособие, которое можно использовать ежедневно. Купить данную книгу можно в бумажном или в электронном вариантах. Бумажная книга представлена на сайтах Reader, Amazon, Wildberries. А электронная книга представлена в нескольких интернет-магазинах. Ссылки на эти интернет-магазины я дам в описании к этому видео. Электронную книгу можно купить из любой точки мира, а бумажную книгу только в России. Вот такой пристрастный обзор моей собственной книги «100 вопросов и ответов про кето». Я очень рассчитываю на то, что эта книга принесет вам огромную пользу. Приобретайте, пользуйтесь на здоровье, будьте здоровы и до новых встреч!